Ну что, такой непростой матч для вас, для команды получился. Каким он был со льда? Ну, на самом деле, как бы, в начале, в принципе, вся игра была, как бы, достаточно такая ровная, хорошая. Накал присутствовал, хорошей скорости. Но, конечно, в конце мы, наверное, не имели права так играть. Точнее, там, не знаю, пару смен, да? Но, слава богу, что выиграли, как бы. Принесли болельщикам хорошие эмоции, тем более такой день сегодня, как бы, пришло очень много детей, как бы, такой антураж организаторы сделали, как бы, ну, хорошо, что все так закончилось. Очень такая игра стала темповая со второго, наверное, периода, первый такой более выжидательной манере проходил, насколько было непросто с соперником, который тоже весьма такой манерный, хорошую игру показывает. Да не, ну, не зря они идут на первом месте конференции, как бы, они уже давно доказали, что они отличная команда. Вот, и да, я согласен, со второго периода они добавили, как бы, играли более агрессивно, но хорошо, что выставили в конце, хорошо, что выставили меньшинство, и Илюха здорово, конечно, нам помог, сыграл, и довели дело до конца. Как раз с Ильей Жовым мы уже разговаривали, как вы сами считаете, насколько важно было, как, скажем так, уйти на Новый год, именно домашние победы, потому что две игры осталось до Нового года, гостевые, вот насколько важно было дома выиграть? Не, ну важно всегда выигрывать, но тем более сегодня, как бы, когда пришел народ, и детей очень много, тем более в такой день, знаменательный для нас, как бы, ну, да, обязаны были выигрывать. Да, сегодня были специальные джерси, как раз подготовленные на раскатку. Вообще, насколько вот вас для игроков помогают такие мероприятия немножко, скажем так, перезарядить эмоции? И вот то, что в конце происходило мешкопад, насколько это важно тоже проводить? Не, ну, всегда здорово, мы играем для зрителей. Тем более, там очень, повторюсь, много детей пришло. И на разминке они пришли вниз, там посмотрели, как мы разминаемся, поддержали нас. И всегда, всегда здорово, и мы получаем, и зрители, положительные эмоции, я думаю, это только в плюс идет всем.